Итак, ребят, всех приветствую. Ну что, продолжаем искать Эшли. Сколько раз она уже от нас попадала в лапы к противнику. Раз пять. Будем сейчас ее искать. Так, из новенького, что я без записи сделал? Я купил опять нашу Пусю, гранатомет наш, или как он называется. РПГшку купил, да. И еще вот такая штука какая-то новая добавилась. Нужно ее будет проверить. Но пока мы сейчас с вами будем пользоваться пехолем нашим обычным. Так, куда нам идти? А нам идти нужно... Нам идти нужно... Ага, назад, 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 налево и прямо. Ладно, идемте, идемте нам сюда. Посмотрим, что нас здесь ждет. Надеюсь, что битва с главным боссом будет скоро. Потому что, конечно, я рад, что игра настолько длинная оказалась, что я сейчас записываю 12-ю серию. Но хотелось как бы уже прийти к логическому финалу и начать что-нибудь другое. Так, что это такое? Что это такое? Хреново. Ага, прикольно. Мы, походу, спалились, да? А, я понял, это, наверное, можно будет... Так, где наш спрей? Можно будет нажимать и от противников, да, вот так? Отбиваться. Так, что это у нас тут? Май. Спустя 9 лет после моего пробуждения. Надо лишь повернуть этот клапан, чтобы черная жидкость вошла в мои вены и распространилась по всему телу. Уверен, при этом я испытаю боль, которую даже не мог себе вообразить. Угу. Я жду этого испытания с великой волнением. Для меня великая честь. Проснувшись в следующий раз, стану истинным слугой господина. Хорошо, хорошо. Хорошо. Слугой господина. Бонжур. Как она? Полное безумие. Он что, встал? Стал слугой господина или нет? Так, нам и туда, и сюда можно идти. Куда нам идти? Ага, вот сюда идти. Так, что это такое? Карманный нож. Записка об электроэнергии. В целях экономии электроэнергии некоторые устройства, в этом числе лифт, отключены. Чтобы восстановить подачу энергии, используйте рубильник, расположенный в дальнем крыле лаборатории. Окейушки. Как же ж не без этого, да? Что, питания нет? Как же ж не без этого? Опять куда-то идти. Опять сейчас от кого-то убегать, опять сейчас. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Вы это видели? Предлагаю использовать эту штуку. Бонжур. Или не? Или не стоит тратить? Но это что-то очень здоровое. Но вы сами видели. Патроны для пистолета. Блин, мне проще сходить к этому продавцу еще, наверное. Еще купить. Так, не-не-не, не пугай меня так, пожалуйста. Стрёмно, стрёмно. Очень-очень стрёмно. Главное попасть, потому что я себя знаю. Потому что я себя знаю. Сейчас по-любому промажу. Так, блин, как отсюда выйти? Мы ж правильно идем? Да, мы правильно идем. А тут закрыто, тут все, я уже не могу выйти. Да, не могу. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, собрались.
Собрались. Кто ты, чудовище? Так, вот рубильник. Ой, чувствую, он сейчас на нас нападет. Давай, мы тебя не боимся. Так, куда мне нужно? Мне прямо нужно все. Мы все умрем. Уходим. Я знал, что я зря потратил. Все. Уходим отсюда. Где торговец? Я хочу к торговцу, верните меня, пустите, пожалуйста. Торговец. Все. Это твой рубильник, он мне не нужен. Уходим. Пожалуйста, пусть дверка будет открыта. Хорошо. Только лучшие товары. Не поверишь, там такое что-то. Привет. Я даже не понял, да. Что покупаем? Дай, пожалуйста. Дай гранатом. Вот, ракетница, спасибо. Не мне судить, конечно. Но порой воевать куда интереснее, когда все находятся в равных условиях. Согласен, у тебя есть еще одна? Нет, у тебя нету, да, еще одной? Понял. Приходи в любое время. Без проблем, приду. Так, давай, быстрый доступ на восьмерочку. Все. Иди сюда, падла. Что у нас по поводу ХП? Нормально. Все, я тебя теперь не боюсь. Но я так понимаю, он, наверное, вылезет в самом конце, да? Ну, то есть сейчас мы его не сможем завалить, он выбежит в самом конце. Блин, тут не сколько стрёмно эти монстры, а сколько вот эти вот звуки. Особенно, когда ты в наушниках. А я бывает такое, что в основном записываю где-то по ночам. Ну, то есть свет везде погашенный, полная тишина. И как-то стрёмновато это все. Все, теперь главное точно его дождаться. Ага. Да. Все. Я тебя не боюсь. Не боюсь. Где мы правильно пришли? Да, правильно. Так, давай, дергаем рычаг. Давай, иди сюда, падла. Ну давай. Ага, это то есть... Мы должны сейчас будем от него убегать, так, да? Сейчас мне кажется, что мы должны будем так от него сейчас убегать. Ну давай. Ищи Карамоны. Все. Дух переведу. Сочувствую твоему хозяину. Все, до побачення. Или мы его убили? Да, мы его убили. Отведай силушки РПГшной. Ой, нет. Кто-то сейчас сюда опять едет. Кто-то к нам едет. Что-то мне кажется, пора выбрать вот эту вот штуку и проверить ее. В действии. Так, куда мы идем? Правильно идем, да.
Предлагаю так же само сейчас зайти к торговцу. Взять у него еще одну РПГшницу и ехать на лифту. Но я так понимаю, что нужно было от этого монстра избавляться вот таким типа способом, убегать от него. С помощью вот этих вот... Ага, все закрыто, да? Я не могу пройти. Да, не могу. Ну и ладно. С помощью вот этой вот штуки. Ладно, тогда берем... Тогда берем дробовик. Где у нас пятерочка? Дробовик. Пошли. И поехали. Так, что-то мне это не нравится. Ага, катсцена. Во, мы превращаемся в монстра. Жалкий ягненок. Ты можешь спастись от мук. Так же, как наша новообретенная дочь. Она влилась в нашу общину, и теперь она с нами одной плоти и крови. Преданный слуга укажет ей верный путь. Ступай, избавь этих блудных детей от их мучений. Слушаюсь. Да пребудет с тобой сила, джедай. Так, бонжур. Много не возьму. Что это? Что там? Что там было? Так, хорошо. Вы хотите сохранить игровой процесс? Да. Я не уверен, что я захочу заново проходить эту игру, честно. Так, поехали дальше. Стало лучше? Да. Да, помогло. Одно но. Это не более чем отсрочка. Ингибитор перестанет работать и очень скоро. Ну что, ты готов? Обо мне не думай. Эшли важнее всего. Ну, раз так, мы знаем, что делать. Идем, Санчо Панса! Спасем принцессу Дульсинею! Поранишься еще. Эй, мое копье! Да-да, мы спешим, ясно. Почему ты мне помогаешь? Какой в этом смысл? Да не ищи ты подвох. Я же обещал помочь, помнишь? Помню, помню, помню. Ну, что-то мне кажется, ты нас обманываешь. Ребят, что-то мне кажется, что он предатель. Так, писеты, хорошо. 11 октября. Сегодня худший день в моей жизни. Моей дочке исполнилось 5 лет, а я трачу на... А, я торчу на облезлой лодке, которая плывет в какую-то вонючую глушь. Окей, окей. Хорошо, хорошо, спасибо. Спасибо за информацию. Я знаю, чувак. Здорово. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Штурмовая винтовка. Все, что есть перед тобой. Штурмовая винтовка. Может, мы продадим с вами ППшку и купим штурмовую. Почему у нас места нету? Что это такое? Патроны для дробовика. 3 штуки. Порох сюда. Как думаете, может купить все-таки штурмовую винтовку? Конечно, но порой воевать куда интереснее, когда все находятся в равных условиях. Согласен. А ты не можешь мне продать патрошков? Нет?
Материалы, материалы. Угу. Итак, ты только так. Погоди, не кричи. Не кричи, не кричи, не кричи. Что мы можем делать? А ничего, потому что у нас пороха мало, да? Да. Патроны револьвер. Патроны револьвер нам не нужны. Здесь мы сможем. А, прикрепленные мины на болты нам не нужна. Все, что у нас есть. Блин, я не знаю. Можешь продать реальную ППшку. Съесть рыбку. Переместить вот эту вот штуку вот сюда. И купить штурмовую винтовку. Как думаете? Или заняться тетрисом и попробовать это все как-то вот так покрутить, поделать, поставить. Давайте попробуем. Может, мало ли мы сможем сейчас с помощью тетриса это все сделать. Хотя что-то меня сомневаюсь, конечно. Но давайте попробуем. Так, погоди. А у тебя же вроде можно было купить чемоданчик, если не ошибаюсь. А ну. Давайте смотреть, можно ли купить у тебя чемоданчик. Если да, хорошо. Если нет, то... Ладно. Привет. Так, улучшить, что улучшить? Улучшить нож. Нож не надо, броник надо. И удачи тебе, чужак. Не надо, не надо. Вот это вот надо. Бум. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. А где наши миллионы делись? Где наши миллионы дели? Делись. Кто знает? Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. Игра, а где мои миллионы? У меня же были песеты. Неужели я их потратил? Да нет, не должен был. Ладно, красный сапфир, рубин. 9000, хорошо, давай продадим. Блин, откуда у меня всего столько этого всего добра? Столько много. Откуда у меня столько много всего? Спасибо. Так, обменять. Кожаный кейс, 8 штук. Спину жутко ломит. Что поделаешь, старость не радость. Ну да, согласен. Мощный прицел. Блин, на коряк можно, да, будет одеть. Так, что это? Это черный кейс. Что, это все? Нет, а где мои эти, как его... Мульоны, где мульоны мои? Драгоценности не... Спасибо. Тю. Купили винтовку, называется, да? Крыса, купил винтовку, проверяй. Тебе важнее деньги или жизнь? Выбор прост, друг. Да понятно, это все понятно. Так, давай тебя улучшим. Информация в наши дни тоже товар. У тебя материалы мне спрей. Нет, не надо, не надо. Это не надо улучшить. Давай улучшим. Бум. Держи. Все, как бум. Ты хотел. Итак, приходи в любое ладно, время. Ладно, ребят, не знаю почему, может, заглючило, но у нас с вами пропал мульон песету. Это много. Ладно, я теперь не смогу купить себе нормально гранатометов, да? Придется действовать из того, что у нас с вами имеется. Так, разные тяжелые гранаты. Я так понимаю, это идет на ручной гранатомет, правильно? Ладно. Привет, чужак. Идем. Заходи. Санчо Пансо. Блин, печалька. Нет, не интересно, пошли сюда. Санчо, мы не туда. Мы не туда пошли с тобой. Здесь игра, да.
А нам в другую пора сторону. Да, нам пора идти дальше. А нам пора идти дальше в какую сторону? Так, а ну-ка. Понял, понял, нам сюда. Нам сюда, и правильно я понимаю, не? Не, не сюда. Слышь? Санчо Панса. Куда нам идти? Не понял. Так, тут какая-то лестница есть наверх. Ага, ага, вот эта лестница. Маловато у меня доверия к тому, кто работал на Амбреллу. Согласен. Так ты в курсе? Амбрелле хана. Насчет нее можешь больше не волноваться. Ты не ответил на вопрос. Какова твоя цель? Я просто следую зову совести. Хочу загладить вину. Что-то в этом роде. Не получится. Падла. Ага. Давай жахнем ему с РПГшки. Так, что это тут такое? Динамит был перемещен в хранилище М4. Так, информация по работе со взрывчаткой. Реально происходит обрушение. Хорошо. Нам, то есть, направо, да, нужно идти? Нужно будет сейчас сюда вставить динамит. С чего это вдруг здесь завал? Тут раньше был проход. Угу. Может, ты его и завалил. И мы откуда знаем. Так, ладно, ну так как мы вдвоем, я думаю, мы сейчас вдвоем будем стрелять, так что будет немножечко попроще. Да? Слышь, а ты не хочешь, Панцо, пойти вперед? Так, сохранение. Это мне уже не нравится, так как сейчас начнется что-то. У нас, похоже, гости. Что будем делать? Что-то интересное сейчас начнется. Донде стала библиотека? Красавчик. Слышь, ты не хочешь меня подсадить? А куда ты стреляешь, скажи, пожалуйста. Идем. Идем нам сюда. Да я за него, что ты от меня хочешь? Давай, помогай, стреляй. О, здорово. Этот с бензопилой весьма опасен. Думаешь? Уж я-то в курсе. Прости. Слышишь? А ты помочь мне не хочешь, не? С дороги. Алло. Санчо Панса. Держи! Спасибо. Ой, динамит, динамит, динамит. Динамит, падла. Один есть. Ох ты, ё-моё. А что ты стоишь? А ты как тут очутилась? Алло, бабулька. Так, а ты можешь мне помочь, не? Леон, за мой счет! Вовремя. Погоди, погоди, погоди. Уходим, уходим, уходим. Уходим, уходим, уходим. Да шо ли он? Шо ли он? Прости. Падла. Да блин. Леон! За мой счет!
Давай, потрошки давай мне. Блин, а нельзя за твой счет потрошков 300 забрать, не? Не, походу нельзя. Можно, как в той поговорке, 300, получи вагон патронов у тракториста. Так, куда нам? Нам сюда, да? Не открыть. Серьезно? Прям вообще не открыть, а если с ноги? Так, куда нам? Куда нам нужно? По-моему, вот сюда. Да, с напарником как-то поприятнее это все. Так, здесь кнопочку нельзя ничего нажать. Ага, вот можно нажать. Так, что это? Мне туда, да, нужно будет идти? Хорошо. Так, отлично, отлично. Давайте вниз спустимся. Пусть Санчо Пансо разбирается. А чё ты убегал? Ну помогай, стреляй в них. Все, умничка, правильно. Стреляй просто в стену. Так, нам сюда. Ого. Я как-то даже не ожидал это все. Что вы так выскочите? Все, до побачення. Динамит. Серьезно? Как крыса в спину, да? Понял. А, это ты. Все. Динамит? Я уже хотел тебе стрелять. Да, им можно разнести тот завал. Так, а теперь бы найти выход назад, по-моему, сюда, да? Идемте с помощью динамита откроем себе дорогу. Вперед. Так. Поехали. Уи! Уходи. Назад. Сейчас как. Ой, как хорошо, что я сюда побежал, ребят. Не поверите, я хотел прямо бежать. А ты неплохо сражаешься. Да. Ты точно обычный ученый? Я самый обычный парень. Ну, еще дамский угодник. Не ври мне. Ты наемник амбрелловский, я уверен. А че уверен, если я видел, что это как его... Куно, мы же смотрели, что он наемник амбрелловский, так что... Хотя ли он об этом не знает, конечно, но ладно. Надеюсь, что у него чуечка есть. Ага. Ты убить меня хочешь? Падла. А как ты выжил, а? Тоже мутант. Дон Дестала библиотека. Пошли. Только после вас я настаиваю. Как ты учтив. Блин, а. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Луис, сверху. Яй-яй-яй-яй. С тобой всегда вот так. До побачення. Хорошо, что я взял
собой РПГшку. Думаю, можно пройти здесь. Думаешь, а ты не хочешь спасибо мне сказать, что у меня с собой РПГ оказалось? Так, дайте дернуть рычаг. Нет, нельзя рычаг дернуть. Блин, ну так нечестно. Вот реально, посмотрите на его размеры. Вот давайте сравним его размеры. У него рука по локоть примерно как мы с вами. И нас. Ну что мы, могли ему это противопоставить? Они чего? Так что, да. Где наш Санчо Панса? Понял. Понял. Давай, иди сюда. Ну. Как дела? Так, открыто. Ну что-то мне кажется, что мы с вами не выбрались бы. Будь это в реальной жизни. Это было непросто. Но... Они этих тварей на глубине держат. Подземелье для них священно. Именно здесь и нашли Лас-Плагас. Они сохранились в древних залежах янтаря. Ну, конечно же. Что-то хотел сказать, и меня перебили. А, по поводу таких вот мутантов. Мы реально, наверное... Закончились еще бы на первом огромном бы. Там, где на нас все-таки нам еще собачка помогала. Не помню, в какой серии это было. Ну а вот с помощью РПГшки, я думаю, мы, конечно, бы разобрали. Предлагаешь ехать на этой штуке? А у тебя что, есть варианты? Нету, конечно, но я предлагаю сохраниться, потому что мало ли. Что там будет, и не хотелось бы переигрывать эти все моменты. Так. Толкни нас, Санчо! Поехали. Ты, Санчо. Понял. Козьёль. Так, она движется. Это ускорит дело. Ага. Мы сейчас будем отстреливаться. Ну, мы же торопимся. И, кстати... Ну, что? Ты любишь экстрим? Не совсем. Мы сейчас будем от кого-то отстреливаться, да? У нас бесконечная... Мы слетим с рельсов! Да не слетим мы. Мы так перевернемся! Мерда! Разберись с этими досками! Стрелка! Переключи ее! Да переключил, не кричи. Не кричи. Когда начинают люди кричать, я начинаю его паниковать. Где стала библиотека? Вижу. Ну что, оторвались? Влево! Я жму. Эй, мы так перевернемся! Да я жму, что ты от меня хочешь? Бум. Бум. Биг бадабум. А можно мне всю игру так? Хочу всю игру так ездить. Хочу так ездить и стрелять. Блин, нельзя ему в черепушку стрельнуть, жалко.
Все? Да нет. Боюсь, это только начало. Блин, хочу еще раз. Давайте еще раз. Давай назад вернемся и прокатимся еще раз. Так, что нам нужно делать? Ну все, все, не плачь, не плачь. Это что у нас дополнительная цель? Я не хочу дополнительную цель. Я хочу найти скорее нашу малышку, спасти ее. Ага. Ля, пираты, да? Что сказал? Кто козел? Ну, дай, добей его. О. Шикарно, блин, шикарно. Насколько меня напрягает эта игра в некоторые моменты, настолько она меня просто... Просто я кайфулики от нее получаю. Графин. Графин. Блин, бесит меня этот звук, где он находится. Кто это делает? Все, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Красный цветочек. Красный цветочек, хорошо. Идем. Так, тут еще что-то есть. Шикарно. Ура! Мы сейчас опять будем это делать. Ну что, вперед! Давай. Что, опять? Не опять, а снова. Уи! Надо в такие моменты делать. Уи! Все, ребят, тихо. Отстаньте, пожалуйста. Спишь? Даже весело. Снова доски. Налево. Еле успел. Да не слетим, я помогаю, нажимаю, но не работает. Эй, мы так перевернемся! Да не перевернемся, не ссы. Не ссы, все нормально будет. Блин, достал. Достали меня, говорю. Пика миньо, пика. Пика. Да сколько можно? Да сколько тебя нужно, алло? Конечная, сука. Красавчик. Мы слетим с рельса, помоги! Черт, она противится! Здесь они выкопали жуков. Прикольненько. Полезная информация. Вон там. Да что за...
Тормози! Что? Не смешно. Прыгай! Луис! Поможешь? В следующий раз на 3-2-1, Санчо. Как скажешь. О, черт! Ну, вроде бы доехали. Ну да, согласен. О, давай в тот лифт. Да, без проблем. Так что там по времени? 40 минут. Так все, ребят, на этом наша серия заканчивается. Очередная. Это будет 11-я. Ура! Пошел, короче, записываю 12-ю. А вам всем спокойной ночи. Пока-пока. Не знаю, доброе утро, приятного аппетита. Какое вы, что вы делаете. И всем до потом. Все. Всем пока-пока.